Есть для вас и песня русская, и наш пышный каравай. Біздин дымен еліміз, нан бен тузға бай. Құрметті қонақтар, сіздер үшін осындай өлең да болады сіздерге. Енді ауыз тиіңіздер, нан бен тузға. Біздин бауырша пісірген, үйді өн әтерген, ауыз тиіңіздер. Приветствуем вас на нашей земле. Давно ждали мы. Добрый день. Всем приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Все размещение, и коровник, и так далее. И содержание было удобно. И учесть все-таки немножко надо наши собирательные условия. Да. Но и подбор оборудования очень важен. Если не найти можно дешевое оборудование и очень сильно купиться на это. Потом постоянно нужно вот, и ремонтировать, запчастями будет проблема. Все-таки у дорогой фирмы покупать оборудование, на мой взгляд, выгоднее. Второе, великие конструкции не нужно. Ей нужно удобное стойло, хороший кормовой стол, качественная корма и какая-то крышка. Вот на коровнике, как говорится, выпендривается, не нужно абсолютно. Ни этой коровы вообще не надо. А что касается доильного зала, родильного отделения телятника, конечно, там надо постараться и потратиться, потому что это основа всего комплекса.